скажите, у вас в вашем шоу задействовано столько артистов, декораторов, у вас круг света. Что ожидать-то зрителям в итоге? И самое главное у нас в этом году премьера, помимо того, что это потрясающая волшебная сказка, и еще у нас главных ролях Алина Загитова и Надежда Пескова. А кому пришла идея пригласить Алину в ваше шоу? Мне, конечно. Я давно мечтала о такой возможности, что когда после того, как Алина стала Олимпийской чемпионкой, и она безумно талантливая и такая юная, и когда стал вопрос именно об этой роли, именно настоящей красавицы, который 16 лет исполняется, и кто, как не Алиночка, и может быть в этой роли, и когда летом я получила, что набрала тренера, и когда она сказала, что все может быть, и почему бы и нет, и Алина с удовольствием ошибла, и мне кажется, что А как Надя репетирует? Расскажите, как ей вообще дается это шоу? Надя работает, даже сегодня здесь я могла быть, тренируется. Ну, а вот вы как мама, что там не переживать, это же серьезные физические нагрузки, это же сложно. Ага. Хорошо, но вообще у нас про нее получается, это что уже или еще есть такие? Она маленькая, если нет, конечно, у нее маленькая роль, все-таки маленькая. Вот. И он не мешает, это счастье, кататься на одном дружбе, она все время наблюдает за Алиной Загитовой, смотрит все соревнования, и наш кумир новый. А расскажите, там совершеннолетняя, насколько я понимаю, она будет превращаться в вас в итоге, да? Или как? Вы приходите к нам на шоу, и вы увидите все наши чудеса. Кто в кого будет превращаться. А скажите, вы зрителям советуете приходить аж за полтора часа до начала шоу? А что же? Да, так везде в интернете. Что ожидает? Может быть, какие-то сюрпризы, перформансы? Что она делает? Тонкости организационные, помимо шоу, не совсем. Может, вопросы к Алине Загитовой мы зададим? Да, что она ощущает? Ну, расскажи, как ответственность вообще? Что сложнее, шоу сказочное новогоднее или выступление на соревнованиях для тебя? Для меня это одинаково, мне кажется, потому что на соревнованиях одно волнение, на шоу это совсем другое волнение. Тоже хочется показать максимум того, что ты умеешь, и чтобы зрители ушли довольны. Расскажи про свою роль, как ты к ней готовишься в образ Оли, пожалуйста. Мне помогает. Вы знаете, я вам честно скажу, сейчас Алина еще находится в процессе соревнований, и на следующей неделе важный результат, поэтому мы сильно ее сейчас не загружаем. Я хочу, чтобы она отсоревновалась, и потом, ну, она уже часть небольшую уже на курсе, идет такая подготовка, шьем костюмы, но такая основательная подготовка начнется чуть позже. В шоу вы пригласили круг света. Что от них ожидать? Как оно будет? Круг света, да. Тот, кто делает фестиваль круг света в Москве, да. То есть у вас большая будет световая инсталляция в шоу ваше. Хорошо, расскажите тогда, как проходят у вас репетиции? Все ли уже готово или еще есть какие-то репетиционные моменты? Репетиции проходят ежедневно. Практически до 3-4 часов утра мы репетируем, почти каждый день. И вообще над шоу мы работаем уже на протяжении 9 месяцев, потому что это огромная работа. Сначала нужно писать сценарий, потом написать музыку. Музыка – это самая важная, неотъемлемая часть нашего шоу. И насколько вы сегодня могли услышать, у нас стоят Ани Лорак, Александр Панайотов, Гарри Харламов. Да, даже Гарри Харламов. Филипп Киркоров. Сейчас, подождите. Ну, еще есть много сюрпризов, пока не буду вам все открывать. Балансорная очень-очень мощная идет подготовка. И технически все стороны. Мы, конечно, разрабатываем. Много будет эффектов. И обязательно будут, конечно же, полеты. Возможные фокусы, трюки. Мы просто музыкальный канал.